Ох, как давно, друзья, мы с вами не были в маяке на Кировке. Ну что, пойдемте смотреть. На входе нас встречает огромное количество порошков в большом объеме. Здесь и Сорти, и Бимакс, и Тайд. Обычно хвалят марку Биомио, и она здесь тоже есть, 500 рублей коробочка. Для сравнения, стиральный порошок Бимакс 2 килограмма 400 за 319, а фикс прайс 349. Ультразвуковой отпугиватель грызунов на солнечной батарее 289 рублей. Радиус действия 10 метров. Музыкальный коврик «Веселые животные». Размер 79 на 43. Я так понимаю, отличаются картинками, 382 рубля. Лечебная находка, пояс турмалиновый с магнитами, цена 467 рублей. Массажный коврик рефлексологический для ног, 330 рублей. Вот эта находка, коврик Нирвана, цена 940 рублей. Я показывала такой в Чижике, и там их быстро разобрали. Чем он отличается от того, что фикс прайс? Чаще расположены вот эти иголки. И не просто на ткани, а на целой подушке. И по размеру он тоже больше. Тут я вам скажу, очень много всяких находок для массажа, даже побольше, чем фикс прайс. Например, вот такой массажер или с шариками. Такие массажеры стоят 328 рублей. Для расслабления, снижения веса и уменьшения целлюлита. Еще одна интересная находка – это тренажер с эспандерами, универсальный Top Fit. Развивает гибкость, выносливость, укрепляет тело. Цена 616 рублей. Весы электронные, кухонные, от того же производителя, сразу с чашей, объемом 800 мл за 329. Фонарнолобный трофи, аккумуляторный, работает 7 часов за 247. Лампы длинные для садоводов здесь тоже есть. Беспроводной звонок от марки Era, 416 рублей. Не буду показывать все, но здесь много различного света. Даже гирлянда ретро в продаже на черной и прозрачной ленте. 10 и 20 метров. Опрыскиватель 975 рублей. Продается он в коробке. Объем 3 литра. С ручкой-фиксатором для переноски, с горловиной и с регулировкой напора. Скамейка Ника, производство Россия. Упакована в коробку. 836 рублей. Садовая. Перевертыш. Торфяные горшочки по 107 рублей. 20 штук. Вот так они выглядят. Размер 11 на 10 сантиметров. Луковичные за 79 рублей. Лилии и гладиолусы. Все как в светофоре. Только я не помню, сколько у них там цена. Саженцы гортензий. Вот-вот уже все разберут. Осталось совсем немного. Луковичные георгины по 146 рублей. И бегония тоже здесь же. Стеклянная ваза, видно, что она прозрачная, почему на картинке цветная, непонятно, с каким-то рисунком. Объем 1 литр, 265 рублей. В маяке можно найти и мебель, 3492 рубля стоит комод с тремя ящиками. Хорошая расцветка, белая, плюс дерево, но вот ящики ходят туго. 497 рублей, столик сервировочный, деревянный. Размер 50 на 30 сантиметров со складными ножками. Рядом классические складные стулья 319 рублей, которые можно брать, например, на рыбалку, на любой отдых. Вентилятор 1337 рублей. На заднем плане детский столик желтого цвета за 812. Стол напольный, стол мойка. Размер 100 на 80 на 50. Цена 3850. По цвету абсолютно такие же, как стеллаж. А сверху есть стеллаж за 3500. На картинке есть он еще в светлом цвете, но у нас темный. 71 на 140 на 28 сантиметров. Гель для стирки Velor 106 рублей в мягкой упаковке. Универсальный массой 1 килограмм. Такой же есть кондиционер за 93. Набор для уборки. В него входит ведро 12 литров с отжимом. Черенок 110 сантиметров и моп. 857 рублей. В наличии только одна расцветка. За 846 рублей есть интересная швабра, она с распылителем. В комплекте есть запасная тряпочка, длина ручки 123 сантиметра. Капсула для посудомойки, подороже 993 рубля, подешевле 299 рублей. Магазин такой большой, что приезжать здесь надо с запасом времени. Стикер для унитаза, полоска чистоты. В упаковке 3 штуки, цена 48 рублей. Есть с ароматом леса, моря и желтые с лимоном. Освежитель для унитаза, свежинка,
77 рублей. Блок для очищения унитаза Доместос. 3 штуки за 269 рублей. Есть еще вот такие простые блоки. 3 штуки за 77 рублей. Тряпка для пола размером 50 на 60 сантиметров. 27 рублей. Чтобы долго не затягивать, разделю обзор на две части. Мыло хозяйственное, первый выбор. 4 куска по 125 грамм за 162 рубля. Парфюмированное масло с кокосом и ванилью. Предназначено для волос Sun Silk в формате спрея 160 мл за 105. Детский шампунь с рождения можно использовать счастливые моменты. Гипоаллергенный 380 мл за 137. Кондиционер для волос Tresemmé с протеином для густоты и объема 400 мл за 189. Шампунь Pantene в том же объеме 327 рублей. Также есть шампунь и кондиционер оттеночный Tresemmé 250 мл за 176. Подарочный набор для женщин, внутри гель для душа с ароматом апельсиновый фреш и мочалка. Цена 148 рублей. Друзья, такие обзоры, как в светофоре и маяке, нуждаются в вашей особой поддержке. Пожалуйста, поставьте лайк в поддержку канала. Молочко для загара, цена 115 рублей. Водостойкость SPF 25. Зубная паста Protein Light, ледяная мята. Для ежедневного ухода 100 грамм 77 рублей. Зубная паста Rox отбеливающая 74 грамма 194 рубля. Обычно эти пасты очень дорогие. Твердое крем-мыло 65 рублей 90 грамм, производитель Unilever. Лосьон 100 рецептов красоты для снятия макияжа 85 рублей 100 миллилитров. Набор зубных щеток Biomed черного цвета 3 штуки 295 рублей. Ягодный скраб суфле 100 рецептов красоты для тела 200 мл за 139. Новогодний крем для рук и ногтей 75 мл 75 рублей. Хвойное туалетное мыло Гренди 45 рублей. Масса 200 грамм. Банное от того же производителя. И здесь тоже банное, но это уже рецепты чистоты. Подарочный набор Dream Nature мицеллярный. С шампунем и гелем для душа по 250 мл 137 рублей. Шампунь и гель от того же производителя с экстрактом водорослей. Гель для душа Rexona мужской 200 мл 103 рубля. Средство для купания и шампунь 2 в 1 500 мл 270 рублей. А вот и состав на упаковке. Одна из потрясающих и выгодных находок – это мусс от марки Dove для умывания за 158. Гели для душа в большой упаковке 650 мл. Биомио с экстрактом апельсина и бергамота, без запаха, с гелем алоэ вера. Вот уже кто-то попытался вскрыть, с эфирным маслом лаванды. Есть еще с эфирным маслом мяты и кедра за 312. Антиперспирант Dove 150 мл, 149 рублей. Ощущение, что этот магазин скупил все. Здесь вам и Камей, и Rexona. Даже в Фикси такого огромного выбора вы не найдете. Шампуры из березы 15 штук по 40 сантиметров 79 рублей. Они же, по идее, будут гореть. Кондиционер для волос Love Beauty and Planet 400 мл, 158 рублей. Есть еще шампунь, но правда он с другим ароматом, чуть дороже, 162. Набор бумажных стаканчиков 10 штук. Меня заинтересовал рисунок. 47 рублей, два варианта. Шампунь уход Profline для сухих и поврежденных волос. Бережно очищает и восстанавливает, питает 650 мл с кератином. Это что, шутка такая? Шампунь за 85 рублей в таком объеме. Есть также кондиционер. Крышки Twist элитные с рисунком. Винтовые 20 штук, 129 рублей. 12 крышек чехлов для пищевых продуктов, 3 размера. Супер выгодная цена, 53 рубля. Из интересного нашла вот такие зеркальные соты. Декоративные, самоклеющиеся. 10 штук, цена 436 рублей. Товары, которые пригодятся для ремонта, это лента супер заплатка 10 сантиметров на метр 220 рублей. Две двухсторонние ленты за 102 рубля. Топор представлен, пила. Заборчик ромашка 1,30 м на 30 сантиметров в высоту. Пластиковые 299 рублей, есть ярко-розовые и желтые. Спанбонг как в светофоре за 197 рублей. И шланг
который растягивается 22,5 метра за 577. Стремянка 1500, 3 ступеньки. Получается совсем невысокая. Две метлы, которые можно использовать на даче за 187 рублей и 225. Первая цена это на круглую, вот такую разноцветную, с черенком. Вторая цена на зеленую, и она плоская. Шланг ПВХ 716 рублей желтого цвета. Не первый раз уже встречаем лейки. 157 рублей 5 литров. И есть еще рукомойник 5-литровый. Это, наверное, деталь от него за 175. Грабли — вещь на даче необходимая. Здесь огромный выбор, но без черенка. Пластиковые имеют 29 зубьев, 114 рублей. Металлические стальные 154 рубля. Прямые, редкие зубчики 11 штук, 89 рублей. Зеленые 95 рублей. Комбинированная мотыжка с деревянной ручкой 128 рублей. Веерные грабли без черенка 25 зубьев 89 рублей. Пластиковые широкие. Корзинка плетеная 558 рублей, подобные продавались в светофоре. В самом конце ряда располагается туалетная бумага и влажные салфетки, но думаю, на это не особо интересно смотреть. Разные горшки, прямоугольные, круглые. Вот эта система кашпо интересная, двойная, 371 рубль, в сером и белом цвете. Все вынимается, две штуки по 4 литра. Напольный держатель для туалетной бумаги 1245 рублей. Выглядит он вот так, металлический, черного цвета. Сверху полочка. Переносная полка в белом цвете. Для комнаты, кухни, ванной. Подпишу для вас размеры, но белая, как видите, выше. Цена 1623 рубля. Все это из металла и вообще продается в коробке. Весит полка 1,5 килограмма. И произведена она в России. На сегодня, друзья, все. Продукты покажу в следующий раз. Желаю вам чудесных покупок. Благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч и пока-пока.